Друзья, мы продолжаем прохождение Infamous после зависания PlayStation 3. Нам пришлось заново пройти этот уровень с воздушными шарами. Ну, первый я уже подбил. Вот, остается второй. Это та парковка, с которой начиналась вся история. Так. Так, я хочу на ЖД залезть. Немножко прокатиться. Погнали! Так, немножко подзарядимся. Черт, не удалось попасть на этот провод. Так, еще осколочек. О. 25 еще, да вы офигели. Еху! Так, супер. Так, по проводам. Индукционное скольжение применяем. Так, ну что, не получается? А, не получается залезть. Давай. Вон он, вон он. Опа. А что у нас, беспилотник стрелять еще умеет? Понятно. Да, оказывается, что так. Так, где он? А, вон он. Хорош. Не получилось. Так, вот я чувствую, с того здания надо будет. Так, сейчас мы вот так вот сделаем. Давай. Зарядимся и жахнем. Во. Так, теперь по одной отключаем. Раз. Раз. Два. Три. Отличная работа. Распыление газа приостановлено. Однако у Кеслера осталось еще два шара газа, чтобы распылить в неоне. Да вы офигели! Похоже, на этот раз он вытянул из Саши все соки. Ведь все могло быть так просто, Коул. Ты помогаешь мне, а я контролирую этих людей.
позволяю им тронуть. Но ведь не поздно. Убей Кеслера. Я твоя. Я твоя. Шит, мадафака. Давай, 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 давай. Давай, залази. Получается. Послушай, Коул, знаю, что ты зол на меня, но это важнее, чем твои обиды. Чем все мы вместе взятые. Судьба города и всего мира зависит от того, что станет с лучевой сферой. Отвяжись, Моя. Ты представляешь, что будет, если сфера окажется в руках террористов? Что они могут сделать? Это даже не оружие массового уничтожения. Это оружие тотального уничтожения. Ты должен найти ее и передать мне. Я спрячу ее. Сделаю так, что никто не сможет до нее добраться. С меня хватит, Моя. Сделки конец. Сейчас кружочек сделаем. Кстати, первый раз вижу, когда поезд движется навстречу. Осколок. Так, мы входим в зону. Ну где этот шар? А, вон он. Так, нужно перепрыгнуть вот сюда. Хорош. Индукционное скольжение. Там что, пулемет устанавливают, что ли, я не понял. Похоже на то. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Да, глядите. Супер. Так, один сделали. Второй сделали. Третий. Отлично, остался всего один. Так, один остался. Так, нам, наверное, к ЖД надо додвигаться, да? Да, наверное, к нему будем двигаться сейчас. Потому что чуть далековато будет. Вот так вот. Направо должен повернуть. Да, направо дорожка поворачивает. О, еще один навстречу. Так, смотрим параллельно, где этот шар. А его не видно. Ой, ужас какой, а. Да, придется пробежаться, наверное. Так, тут там рычит уже. Батюшки, уж страшно становится. Так. Вон он.
Так, проскользим. Опа. Так, где беспилотник? Вон он. Ага. Так, супер. Так, повыше, 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 давай. Так, нет, невозможно. О, супер. Так, я потерял из виду. Блин, а не так-то просто его будет сбить. Хорош. Это еще меня ракетами этот беспилотник постреляет. А, вот, все, все, пошла жара. Так, где он? Чёртов беспилотник. А, вижу. Хорош. Так. Как на то здание перебраться? Автоматическая, да, фигня.